Существует великое множество потрясающих игр, созданных специально для Android. Однако, иногда хочется поиграть на мобильном телефоне во что-то такое, что вышло на ПК. И в этом видео я подготовил для вас 10 лучших компьютерных игр, портированных на Android. Если вы не любите шутеры, вам надоело моба и наскучили стратегии, тогда самое время переходить к автобатлерам. Один из самых крутых – Dota Underlords. Разработчики взяли за основу лор и героев Dota 2, добавили к ним характерные для жанра механики, улучшения и синергии. Получилось очень даже здорово. На тактику игры оказывает влияние элемент случайности. После каждого раунда вам открывается магазин с рандомными персонажами, которые не всегда подходят под выбранную стратегию. Это и вносит в геймплей определенный интерес, так как каждый следующий матч не похож на предыдущий. Затягивающий геймплей и отличная графика PUBG Mobile, которая была разработана Tencent Games, сделали ее невероятно популярной. Игроки высаживаются с парашютом на огромный остров с локациями, имеющий различные географические особенности. Как только все пользователи десантируются на карту, вокруг нее формируется граница, которая сужается каждые несколько минут. Вся территория в пределах границы обозначена как безопасная зона. Выход за пределы этой зоны ведет к постоянному снижению здоровья игрока до тех пор, пока он не умрет, если не вернется в безопасную зону. Наряду с этим на карте также появляются красные зоны, которые подвергаются авиаудару. Игрокам, попавшим в красную зону, нужно срочно искать укрытие или бежать из этой области, чтобы выжить. Все оружие, которое может использовать игрок, находится на самой карте. Игроки должны подобрать оружие, которое лучше подходит их стилю ведения боя, чтобы получить преимущество над противником и победить. В PUBG нет недостатка оружия. От штурмовых винтовок до пистолетов, пулеметов и огнеметов здесь есть абсолютно все. Наряду с оружием в игре есть специальные ящики, которые сбрасывают с самолета в случайное место на карте в пределах безопасной зоны. Эти ящики зачастую содержат лучшее оружие и защитное снаряжение в игре. PUBG Mobile имеет множество разнообразных карт, доступных для игроков. Наряду с королевской битвой вы можете принять участие в других игровых режимах, таких как Payload, Arena 4x4 и Infecting Not. Следующей в моей подборке идет Black Desert Mobile, игра 2018 года от Pearl Abyss, получившая множество похвал за безумно впечатляющую графику. Известная MMORPG Black Desert Online в 2015 году получила мобильную версию под названием Black Desert Mobile. Основной сюжет Black Desert Mobile, действие которого происходит в фэнтезийном мире, сосредоточен на Кельфионе, Серендии, Баленосе и Медии, четырех когда-то мирных территорий, на которых разлилась черная чума. Первыми, кто завез чуму в эти регионы, были торговцы Валенсии. Устав смотреть, как миллионы людей гибнут, три из четырех регионов Кальфион, Серендия и Баленос объединили свои силы, чтобы сразиться с Валенсией. Война уже идет 30 лет. Тем временем Медия процветала, поскольку они собрали черные камни, которые продавали в другие регионы. Как и следовало ожидать, длинный и запутанный сюжет игры – один из многих элементов, привлекших многочисленных фанатов. Как уже упоминалось, графика игры получила множество похвал. Можно утверждать, что Black Desert Mobile – одна из визуально притягательных игр для Android. Окружение, игровые персонажи и даже интерфейс невероятно детализированы и проработаны. Бой в этой игре имеет потрясающий визуальный эффекты, а каждое движение или заклинание имеет характерную отличительную анимацию. Вы можете играть за один из шести классов – воина, рейнджера, ведьму, великана, валькирию или волшебницу. Вам также предоставляется полная свобода в настройке внешнего вида персонажа. По сравнению с Black Desert Online, игровой процесс Black Desert Mobile стал несколько проще. Это связано с тем, что создать такую же комплексную боевую систему, как BDO на мобильном устройстве, намного сложнее. Тем не менее, осталось множество значимых и отличительных черт, которые перешли в мобильную версию игры. К примеру, важность уклонений в бою. По мере прохождения игры вы дойдете до момента, когда нужно будет построить свою собственную базу. Она служит своего рода убежищем. Сражение с боссами также доставляет массу удовольствия и долго поддерживает интерес к игре. Если же вам надоест играть в одиночку, вы можете объединить усилия с другими игроками со всего мира в многопользовательском режиме игры. Легенда Легендс Wild Rift – это мобильная адаптация чрезвычайно популярной игры Легенды Легенд. Игры быстро поднялись на вершину игровых чатов Google Play Store сразу после релиза в 2020 году компании Riot Games. Механика игрового процесса Wild Rift аналогична механике оригинальной Лиги Легенд на ПК. Вы должны собирать команду из пяти персонажей, которые здесь именуются чемпионами, чтобы противостоять другой команде. Основная цель игры – уничтожить Nexus, противоположной команды.
команды, сохранив при этом свой Nexus. Тем не менее, между ПК и Android версиями есть явные различия. К примеру, карты Wild Rift намного меньше, чем в оригинальной игре на ПК. Также раунды в Wild Rift отнимают гораздо меньше времени. Очевидно, что на эти изменения повлияла смена платформы. Экран мобильного устройства меньше, чем у ПК, и поэтому карты меньшего размера, а возможность зарядки телефона требует возможности игры короткими сессиями. Чтобы обеспечить лучший и более точный подбор игроков и предотвратить превосходство одной из команд и наоборот, в игре используется подбор по рейтингу. Текущие 10 уровней. Железо, бронза, серебро, золото, платина, изумруд, алмаз, мастер, грандмастер и претендент. Железо для наименее опытных игроков, претендент для самых сильных. В дополнение к основному режиму игра предлагает режим ARAM, так называемый все случайные, все и средненные, All Random, All Mid. В этом режиме 5 игроков противостоят друг другу, но есть особенность. Здесь нет квеста дракона и барона, а чемпионы выбираются случайным образом. Из-за отсутствия области джунглей и верхнего с нижним переходов, размер карты в этом режиме становится еще меньше. Геймеры, начавшие играть еще несколько десятков лет назад, наверняка вспоминают Diablo с особой любовью. Настало время радости, потому что серия Diablo наконец-то появилась на экранах мобильных устройств, благодаря Diablo Immortal. Сеттинг Diablo Immortal остался таким же, как и в оригинальной игре. Действие происходит в вымышленном мире под названием Санктуарий. Событие Immortal происходит между сюжетными линиями Diablo 2 и Diablo 3. Основная сюжетная линия сводится к стараниям игрока уничтожить спрятанные осколки камня мира, разбросанные по всей земле. И это нужно сделать, чтобы Скарн, повелитель проклятия, не уничтожил Санктуарий с помощью них. Diablo Immortal имеет изометрическую графику и представляет собой MMORPG. В ней вы создадите персонажа в начале игры и выберете один из 6 классов – варвара, волшебника, монаха, некроманта, охотника на демонов или крестоносца. Каждый из этих классов обладает 12 разблокируемыми навыками, из которых вы можете одновременно использовать всего лишь 5. Впервые в истории серии игр Diablo вы можете изменить класс своего персонажа. При этом вам будут предоставлены оружие и навыки в соответствии с вашим уровнем. Изменение класса не требует трат игровой валюты, однако игра ограничивает это действие одним разом в неделю. Игра больше сосредоточена на небольших миссиях по сравнению с предыдущими играми Diablo. Это связано с ограничениями платформы, а также с развивающимся стилем мобильных игр, ведь геймеры стали предпочитать насыщенные короткие сессии вместо длительного, а иногда и затянутого пребывания в игре. Вместе с тем в игре нет никакой системы, которая ограничивала бы ваше пребывание в ней. Вы можете играть в нее сколько захотите. Также в Diablo Immortal убрали ману, внедрив систему кулдауна, что в переводе перезарядка способностей. Помимо основного сюжета, Diablo Immortal также позволяет вам сыграть в разнообразные игровые режимы, такие как случайные квесты, награды, разломы испытаний и разломы старейшин. Благодаря современной графике, добавленной к знакомому окружению предыдущих игр, Diablo Immortal является обязательной игрой для всех поклонников серии Diablo. Следующая игра в подборке – это коллекционная карточная игра от Blizzard, действие которой происходит во вселенной World of Warcraft. Геймплей Hearthstone довольно прост. Раунды проходят между двумя игроками, у каждого из которых есть колода из 30 карт и герои, обладающие уникальной способностью. Основная цель состоит в том, чтобы игроки по очереди использовали свои карты для атаки карт противника, пока вражеский герой не будет уничтожен. Пользователи могут выбирать между 10 различными персонажами для класса своего героя, каждый из которых имеет свой уникальный набор способностей. Карты в игре бывают 7 разных типов – миньоны, заклинания, оружие, чары, локации, сила героя и карта героя. Каждый из них несет свою функцию и полезен во время матчей определенным образом. Например, карта миньонов вызывает миньонов, которые будут атаковать миньонов героя противника или даже самого героя. Это может привести к огромному ущербу врагу, если правильно подгадать момент для использования карты. Карта локации используется для нацеливания на миньонов, на которых нельзя нацелиться с помощью карт заклинания или героев. Каждая карта имеет разную стоимость маны. Игроки могут иметь максимум 10 маны. Использование карт во время матчей расходует ману игроков, однако она пополняется автоматически на единицу за каждый ход. Эта геймплейная особенность помогает поддерживать баланс между соперниками в Hearthstone. Невероятно лучшая соревновательная игра для Super Smash Bros. От Nintendo – это Brawlhalla, выпущенная Ubisoft. В ней безупречно реализована основа боевой игры. Brawlhalla отличается от других файтингов, таких как Tekken и Street Fighter, тем, что вы должны сбивать своих противников с поля боя, а не постепенно изматывать их и истощать их здоровье. Вместо этого вы должны подождать, пока у вас не появится идеальная возможность сразить их. Игру часто принимают за казуальный файтинг, потому что ни один
из персонажей не имеет уникальных разнообразных атак. Однако, как уже упоминалось, USBSTOF специально создали эту игру не перегруженной, оставив в ней ровно столько, сколько нужно для создания потрясающего соревновательного геймплея. В результате любой, кто ищет аркадную боевую игру, не похожую на Tekken или Super Smash Bros, обязательно должен попробовать Brawl Hala. В ней представлены более 50 игровых персонажей, отличная графика и качественный PvP режим. В дополнение к основному режиму, который постоянно обновляется, Brawl Hala имеет множество других режимов, доступных для игроков. К ним относятся рейтинговые матчи, в котором игроки сражаются друг с другом 1 на 1 или 2 на 2. Рейтинг Brawl Hala начинается с олова, доходит до платины и поднимается еще выше. Победа в таких рейтинговых матчах поможет вам подняться в глобальной таблице лидеров. Также есть режим «Все против всех» для 4 игроков, в котором 4 персонажа сражаются на одной арене и в итоге побеждает лишь один. В игре также есть регулярные еженедельные режимы. Также есть экспериментальный режим и множество других, так что вам всегда будет чем заняться в Brawl Hala. Следующей игрой идет игра Among Us, выпущенной Inner Slot в 2018 году. Игра представляет собой необычное социальное взаимодействие и чем-то напоминает настольную игру Мафия. Однако действия Among Us разворачиваются на космическом корабле. Игрокам предстоит выяснить, кто из них является убийцей, чтобы спастись. Как уже было сказано, Among Us — это многопользовательская игра, в которой для полноценного матча требуется как минимум 4 человека, а максимум она может вместить до 15 игроков. Партия начинается с того, что один или два человека становятся импостерами, или по-простому мафией. На протяжении всей игры у импостеров есть только одна задача – любым возможным способом нарушить работу систем космического корабля и убить всех членов экипажа, не будучи пойманными. Импостеры могут вызывать сбои в работе корабля, такие как отключение электричества, что приводит к отключению света и, соответственно, к закрыванию автоматических дверей. В этот момент некоторые члены экипажа могут застрять в запертой комнате с импостером, представляя последним легкую возможность их убить. После каждого убийства импостер должен выждать некоторое время, прежде чем он снова сможет использовать кнопку «Убить». Эта перезарядка позволяет членам экипажа не умирать один за другим. Импостеры также могут использовать вентиляцию для скрытного перемещения из одних частей космического корабля в другие, чтобы их не увидели рядом с мертвым телом, или чтобы они могли найти новую жертву. Как только труп обнаружится другим членом экипажа, он может создать экстренное совещание, на котором все члены экипажа, включая импостеров, будут иметь возможность голоса. После того, как экипаж закончит разговор и решение о том, кто является импостером, будет принято, все игроки должны проголосовать против одного члена экипажа, кого они считают импостером. Также члены экипажа имеют возможность воздержаться от голосования. Если большинство проголосует за изгнание одного человека, он будет выкинут из корабля, и игра сообщит вам, действительно ли он был импостером. Еще один способ победы для экипажа корабля заключается в выполнении заданий, данных в начале матча. К ним относятся различные мини-игры, разбросанные по всему кораблю, такие как сканирование тела, выключение переключателей и так далее. В Among Us каждому члену экипажа, кроме импостеров, дается такие задания. Если все эти мини-игры будут выполнены до того, как импостер убьет большинство членов экипажа, то экипаж автоматически выигрывает матч. Классическая Call of Duty перенесена на ваш мобильный телефон. Теперь она называется Call of Duty Mobile. Благодаря набору удобных и адаптируемых элементов, управление Call of Duty Mobile предлагает HD игру, которая весьма близка по уровню графики и геймплею играм на ПК и консоли. В эту игру встроены сезоны, и сюжет каждого нового сезона базируется на сюжете предыдущего, так что игроки постоянно получают новый материал для изучения. Вы можете играть в классический PvP режим и королевскую битву, а также опробовать множество необычных режимов, таких как Domination, Kill Confirmed и Time Deathmatch. В этой игре представлены уязвимые карты из предыдущих игр Call of Duty, включая Raid, Shipment и Standoff. Вам предстоит постепенно открывать доступ к новому оружию, снаряжению, операторам, их костюмам и сериям очков. Все представленное можно настроить под свой стиль игры. У вас есть выбор: участвовать в обычной соревновательной игре, присоединиться к ранговому режиму или клану, чтобы чувствовать принадлежность к чему-то большему, чем просто к одному виртуальному солдату. Кредиты и очки – это два типа внутриигровой валюты в Call of Duty Mobile. По мере прохождения игры вы будете зарабатывать кредиты, а очки можно приобрести только за реальные деньги. Эксклюзивные улучшения доступны именно за очки. В начале игры у каждого игрока есть возможность выбрать навык. У каждой команды есть лидер по высадке, который выбирает, где именно на карте приземлится его отряд. Каждый игрок начинает с обычным ножом. Вам предстоит найти на карте дополнительное вооружение, снаряжение, транспортные средства
имущество и припасы. Все это позволит вам получить преимущество перед противником и победить. В режиме королевской битвы на одной карте в бою сходится 100 игроков. Также в Call of Duty Mobile доступны ограничения по времени режимы, такие как Battle Royale Alcatraz, Battle Royale Black Old, Battle Royale Blitz, 20 на 20 Warfare и Sniper Challenger. В игровом режиме Zombie, Zombie Mode, выпущенном в 2019 году, игроки должны собирать припасы для выживания, отбиваясь от полчищ зомби. Ну и завершает подборку Apex Legends Mobile, выпущенная Electronic Arts в 2022 году. Это не мобильный порт популярной королевской битвы для консолей и ПК, а совершенно новая версия игры, разработанная специально для мобильных устройств. В этой игре вы возьмете на себя роль одного из уникальных персонажей – легенд, и сразитесь с другими игроками за выживание. Apex Legends Mobile имеет в своей основе ту же концепцию, что и прочие королевские битвы. После формирования команды игроки отправляются в предпочитаемое ими место на карте. Они могут подбирать любое оружие и снаряжение, которое смогут найти, и использовать все для ликвидации других отрядов. В конце матча в игре должна остаться лишь одна команда. К примеру, одна из начальных легенд, Bloodhound, имеет способность под названием Следопыт, которую можно использовать, чтобы увидеть, куда ушли другие игроки. У Bloodhound также есть способность Око Всеотца, с помощью которой он видит скрытые ловушки, расставленные врага. По этим способностям можно понять, что Bloodhound – легенда, которая отлично выискивает врагов и предпочитает агрессивный стиль боя. Игроку лучше выбрать ту легенду, чьи способности соответствуют его стилю игры, поскольку это повысит шанс выжить всей команде. Apex Legends Mobile также имеет другие игровые режимы, помимо королевской битвы, в которую могут играть пользователи. Существует режим «Быстрая битва», который является сокращенной версией оригинальной королевской битвы, а также режим «Командный бой», в котором пользователи могут выбирать оружие, которое они предпочитают использовать до того, как начнут матч. Командный бой игрок должен убить членов команды противника как можно больше раз, чтобы достичь лимита очков. Команда, первая достигнувшая лимита, побеждает в матче. Помимо огромного арсенала оружия на выбор, а также потрясающих карт и арен, в Apex Legends Mobile также есть масса контента, который присутствует только в мобильной версии игры. Игра имеет настраиваемый пользовательский интерфейс и подключается к контроллеру. Конечно, это не все игры, которые перекочевали с ПК на Android, но я постарался выбрать, на мой субъективный взгляд, самые лучшие. На этом вроде как все. Спасибо за лайк и уделенное мне время. До новых встреч и всего хорошего.